Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня в этом видео я хочу показать, как связать вот такую вот резинку вот с такой планкой. Эта резинка отлично держит форму и практически не растягивается. Это необычная там резинка 2х1 или 2х2, а немножечко по-другому вяжется. Вот так вот она смотрится с изнаночной стороны. Вяжется очень-очень просто. Раппорт резинки составляет 3 петельки в ширину, 2 ряда в высоту. Для вязания этого узора резинки вам нужно набрать количество петель, кратное 3, плюс 1 петелька для симметрии, плюс 2 кромочные петли. В общем, получается, что нужно набрать количество петель, кратное 3. Вот здесь у меня эта планка состоит из 10 петель. Этого достаточно для взрослого изделия. И смотрите, вот край у меня здесь связан узелковый. Он к этой планке, на мой взгляд, отлично подошел. Сейчас покажу, как вяжется такой край и как резинка. Так, я набрала 12 петелек. Смотрите, чтобы получился узелковый край, как мы снимаем кромочную. Первую кромочную нужно вот так вот снять, вот отсюда вот подцепить. Вот так вот и снять. Дальше вяжем первый ряд узора. Вяжем полностью лицевыми петельками. Сейчас довяжу до конца и покажу, как провязать последнюю кромочную петлю. Обычно мы ее изнаночной петелькой вяжем, а здесь нужно ее провязать лицевой петлей. Все, разворачиваем. Кромочную опять также снимаем. Вот так вот сняли. И вяжем второй ряд. Раппорт второго ряда следующий. Одна лицевая. Затем две петельки нам нужно снять, не провязывая нить перед работой. Раз сняли, два сняли. Все, вот это раппорт узора. Повторяем. Одна лицевая. Две петли снимаем. Опять 1 лицевая, 2 петельки снимаем. И в конце для симметрии 1 лицевая и кромочную петельку лицевой провязываем. Все, вот это вот весь раппорт этой резиночки. Давайте еще разок покажу. Кромочную снимаем вот таким образом, подхватывая ее вот отсюда. Вяжем второй ряд опять полностью лицевыми. Последнюю кромочную лицевой. Разворачиваем. Петельку переснимаем вот таким образом. Провязываем опять. 1 лицевая. 2 петли снимаем, не провязывая нить перед работой. Опять лицевая. 2 петельки снимаем, не провязывая нить перед работой. Лицевая. 2 петельки сняли. В конце лицевая для симметрии. И кромочная петля. Все, вот у нас уже формируется наша резиночка. И видите, край вот с такими узелочками получается. Благодаря такому краю край изделия не закручивается. Еще разочек покажу, как смотрится. Он смотрится очень аккуратно. Все, и потом, когда у изделия, у кардигана свяжете резинку, затем выделите, к примеру, 10 петель. Может, вам нужно больше, может, меньше. Пометьте маркером, чтобы не запутаться. И планку будете всегда вязать по узору, как я вам показала, повторяя первые и второй ряды. На этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание и пока!